14 июля во всех городах республики состоялись расширенные заседания Координационного совета по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства. В Кумертау совещание прошло в городской мэрии. На заседании присутствовали представители администрации города, члены Союза предпринимателей, бизнесмены, а также представители налоговой инспекции, прокуратуры, пенсионного фонда и правоохранительных органов. На повестке дня стояло 4 вопроса. О проблеме увеличения количества случаев ведения незаконной предпринимательской деятельности с докладом выступила председатель Союза предпринимателей Светлана Халфина. Согласно данным ФНС России, в 2013 году произошло резкое сокращение числа индивидуальных предпринимателей и на 12,7% до уровня 2007 года, которые не перешли на работу по найму, о чем свидетельствует статистика занятости на малых, средних, крупных предприятиях. Официально работающий малый бизнес выполняет свои обязательства в рамках действующего законодательства. Кроме налогов, бизнес осуществляет многочисленные неналоговые платежи, которые настолько многочисленны, что сейчас взяты на контроль правительством Российской Федерации. Законопослушные налогоплательщики добросовестно выполняют свои обязательства, беря налоговую нагрузку на себя, платя за себя и за теневиков. Наступил момент, когда легальный малый и средний бизнес начал проигрывать в конкурентной борьбе, так как часто деятельность после всех выплат становится нерентабельной. Ведение нелегального бизнеса ведет к нарушению принципов конкуренции, говорит председатель Союза предпринимателей. Чтобы легальный бизнес вышел из тени и начал платить налоги, Светлана Халфина предложила несколько решений. Первое – это установить запрет для арендодателей, собственников помещения на предоставление помещений в аренду для осуществления предпринимательской деятельности физическим лицам, не зарегистрированным в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Обязать арендодателей, собственников помещений сообщать ФНС о представлении в аренду помещений для осуществления предпринимательской деятельности физическим лицам, не зарегистрированным в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или юридических лиц с указанием данных физического лица, суммы арендной платы, цели которой представлена в аренду помещения и срок аренды. Внести новую статью в Кодекс об административном правонарушении, установив административную ответственность для арендодателей, собственников помещения. Первое. Представивших помещение в аренду для осуществления предпринимательской деятельности физическим лицам, не зарегистрированным в Едином государственном реестре. И не представивших ФНС информацию о представлении в аренду помещений для осуществления предпринимательской деятельности физическим лицам, не зарегистрированным в Едином государственном реестре. Также собравшиеся обсудили реализацию муниципальной программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В этом году прием документов состоялся с 22 мая по 15 июня. В этот период поступила 31 заявка, и только 8 пакетов документов были допущены до конкурса. Как и в том году, большое количество предпринимателей получили отказ. В основном это начинающие бизнесмены, которые обращались за финансовой поддержкой на начальной стадии становления бизнеса. 12 пакетов документов не были допущены по причине того, что предприниматели имели задолженность по налогам в бюджет и во внебюджетные фонды. Самая большая проблема – это по индивидуальным предпринимателям, когда предприниматели не платят свои налоги как физлица. И к нам с налоговой приходит справка, что индивидуальный предприниматель имеет задолженность. Предприниматель думает, я не заплатил автотранспортный налог как физлицо, но я же не имею как индивидуальный предприниматель. Но, к сожалению, он полностью по всем налогам имеет эту задолженность, должен погасить, прежде чем прийти к нам. В ближайшее время будет объявлен прием документов на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства из федерального и республиканского бюджетов. Ирина Голованова обратилась к бизнесменам, чтобы они сначала погашали все свои имеющиеся долги, а потом уже подавали пакет документов на участие в конкурсе.